уважаемые дамы и господа, дорогие студенты и студентки, милые сердца и родные преподаватели, давайте друг другу поаплодируем. Вы большие молодцы, что вы вместе с нами сегодня здесь, на нашем большом празднике КВН. Финал шла как по ГРУ, мы ждали это. Сегодня мы настроены только на победу. На этом фестивале мы за главным призом. И у команд соперников уже дрожит пиписан. Пока не ясно, кто тут главный фаворит. Но мы знаем точно, сильнейший победит. Ну что, вы готовы почувствовать наш темп? Финал Мишвака, филармония, ФБТ. Вы чего? Какая филармония? Мы вообще-то в киноконцертном зале Пензы выступаем. В смысле? Я хотела хоть раз в жизни испытать орган. Ты хорош, Оль, в твои-то годы. Друзья, ну что ж, давайте начнем, как обычно, весело, дерзко, задорно. Поехали! Сейчас очень грустная миниатюра, случай в очень сентиментальной деревне. Мужики! Да вы шо? Еще два мешка осталось, но осенью откопаем! Где же наш хирург? Добрый вечер, мои дорогие сладкие пупсики! Оле-оле-оле! Сейчас мы находимся в роддоме номер 70 города Сызрань! И у нас рождается новая жизнь! Но мы по-прежнему не знаем, кто же у нас будет, мальчик или девочка. Но давайте проголосуем. Если вы за мальчика, кидайте деньги в красные ползунки. Если за девочку, в синие ползунки. Добрый вечер, дорогие друзья. В этом финале мы настроены только на победу. Потому что мы стали целым институтом, провели свой межфакультетский КВН. И в нашу команду вошли лучшие из лучших. Итак, встречаем факультет мужской художественной гимнастики. Амиль, хорош! Ты чё? Встречаем следующий факультет легкой атлетики. Айфон украл. Ноги подними. А ты чё не поднимаешь? А я вообще-то каратист. Да? Все профессии нужны, все профессии важны. Итак, смотрим. Я плотник, и я сделал этот скворечник. Я ювелир, и я сделал это украшение. Я токарь, и я сделал эту деталь. А я девушка. И я просто сделала выводы. А сейчас давайте посмотрим, чем занимаются гонщики Формулы-1 в свободное время в Сочи. Сегодня мы с тобой кайфуем. Сколько будет до Красной Поляны в Сочи? Дорогой, для тебя 100 долларов. Сколько? Дорого. О, как твой рот может такие слова сказать? Это возбудительно. Извините, да шашлычный не подбросите. Дорогой, зачем ехать? Вот у меня шашлык. Все готово, все есть, все. Оно хоть свежее. Обижаешь. А шотик? Пожалуйста. И что я с ним делать буду? Как что? Плачь и смотри со стороны. Ты что, дурной, что ли? А я знаю, как нам победить. Студенческий зал любит простой, понятный юмор. Ну, например... Максим, дайте-ка мне стакан. А дайте-ка мне хлеб. Да. А дайте-ка мне рамку. Не рюмку, а рамку. Вы что творите? Вы на сцене ККЗ, вот что вот вы делаете, а? Это Влад, наш новый фронтмен. А, понятно. Массовка, до свидания. Что значит новый фронтмен? В команде должен быть всего лишь один фронтмен. Но я, в отличие от тебя, в мистере ПГУ участвовал. И еще у меня двухкомнатная квартира, и меня окружают симпатичные девчонки. А мне недавно аппендикс удалили.
Ты понял? Это основа нашей команды, девчонки. Вот скажи, любой заезд они покажут. Девушка-кентавр. И какой ты после этого фронтмен? Смотри, учись. Девушка-кентавр, которая жрет после шести. Девушка остается девушкой даже после зомби-апокалипсиса. Дорогая, мне кажется, в тебе что-то изменилось. Может быть, туфли? Может быть, платье? Прическа? А, ногти, точно! Наша команда считает, что на самом деле кудрявых людей не бывает. Просто к ним ночью прилетает фея кудрей. Ложка и снег мешали, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Алло, зубная фея! Я тебе тут работы подкинул, записывай адрес! Итак, в компании один из друзей рассказывает про первый секс. А потом она, знаете, что мне сказала? Чё? Давай зачётку. Итак, представим. Случай на экзамене информатики. Так, последний вопрос. Каким файлообменником вы пользуетесь? Конечно же, скайпом. Гигабайты свежей информации. Я вас обожаю, Сергей Иванович. Пойдемте еще видео снимать. Пойдемте.